вечер. Заранее прошу извините, я немножко простыла. Меня зовут Юлия, я представляю компанию «Фортум», точнее дивизион «Россия», концерна «Фортум», штаб-квартира которой находится в городе Эспо, Финляндии. Нас купили финны. Итак, начну представление, познакомлюсь с своей компанией. Дивизион «Россия» состоит из энергосистемы «Урал» и «Западная Сибирь» и ОАО «Уральская теплосетевая компания» УТСК. Суммарная мощность наших электростанций, ну, по отдельности я расписала, общая 5193 мегаватта. И в скобках она у нас скоро прирастет. Я это покажу на следующем слайде, по какой причине. И тепловая мощность у нас 7189 мегаватт. Ну, мы все в мегаваттах показываем. Энергосистема «Урал». Я расположила станции в порядке возраста. Как видите, самая старшая наша станция, Челябинская ГРЭС, недавно отметила свой очередной юбилей. И несмотря на 85 лет, она все еще исправно выдает заданную нагрузку. Сейчас она всего 39 мегаватт, но еще год назад это было 80. Это связано с тем, что на площадке ЧГРЭС идет реконструкция, и мы реализовываем очередной крупный инвестпроект по строительству 3 энергоблоков. И мы прирастем на 495 мегаватт. Дальше у нас Челябинская ТЭЦ-1, Аргоярская ТЭЦ, Челябинская ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3. Основным топливом является газ, и только две станции используют уголь. Это тоже немаловажно для нас. Энергосистема «Западная Сибирь» — это три станции, две тюменские и одна в Нягане. Нягань — это тоже наш последний завершенный крупный инвестпроект. Там аж 1200 мегаватт, три блока по 420. В эксплуатацию пустили первый блок 1 апреля, в коммерческую эксплуатацию 2013, а третий блок 15 сентября 2014. То есть это самые свежие наши станции, самые современные, так сказать. Все станции у нас вырабатывают электрическую и тепловую энергию, кроме и снабжают теплом города присутствия, кроме Нягани, потому что станция несколько удалена от самого города и только на собственные нужды она вырабатывает. Уральская теплосетевая компания состоит из двух подразделений. ЧТС – это 366 километров магистральных теплотрасс, поделенных на 5 эксплуатационных районов, и две котельные. Тюменские тепловые сети – это всего 69 километров, но этого там хватает, и плюс 9 километров в Тобольске. Еще раз обращу ваше внимание на даты ввода станции в эксплуатацию. Это неспроста. Вы понимаете, что оборудование, которое было в 30-м году построено, оно не соответствует требованиям, которые было даже в 96-м. Это Челябинская ТЭЦ-3, тем более Нягань, ну и которая будет ЧГРЭС уже новая. Итак, с чего все начиналось? Начиналось на самом деле все намного раньше, когда после РАО ЕС мы все перешли дружно на САП и работали, так сказать, на бухгалтерию. Я думаю, что это не секрет ни для кого, что вот так вот было. Мы имели к 2010 году финансово-хозяйственную деятельность САП и РП, параллельное ведение множества никому не нужных отчетов, только потому что так раньше делали, вдруг кому-то надо, вдруг что-то сломается, вдруг у кого-то компьютер выйдет из строя. А зачем лучше, когда и так хорошо? Вот. И третий пункт – это именно то, что мы закрывали для бухгалтерии. Бухгалтерия была очень рада, все хорошо, все сходилось, но ремонтников это не очень радовало. И плюс к этому на тот момент у нас еще была достаточно низкая интеграция между модулями САП. Ну, кто в САПе работает, наверное, знает, что это очень такая большая база данных. Работает? Вот. И была выбрана станция как пилот, это Тюменская ТЭЦ-2.
Мы планировали улучшить бизнес-процессы путем их стандартизации, чтобы подогнать все и при тиражировании уже учесть те нюансы, которые у нас возникли. Ну и, собственно, все вот эти пункты мы реализовали. Потом были доработки, но это был 2010 год, это уже было очень давно. В 2011 году мы их пустили в промышленную эксплуатацию. Ну, скажу честно, это отличается от того, что есть сейчас. И на тот момент, мы, когда вот ТЭЦ-1, ой, ТЭЦ-2 Тюменск выпускали, мы доказали, что основное это производство все-таки, а не те, кто считает деньги. Потому что без оборудования мы никому не нужны. И только через Тора мы можем уже смотреть различные отчеты, и все будет попадать туда, куда надо. У нас на самом деле Тора действительно очень интегрированы, и с наших данных берутся, смотрят отчеты все, в том числе мы и с HR завязаны, и с проектами, и бюджетированием, и основные средства, и финансы, и контролинг. Что такое SAP Тора в системе SAP ERP? Ну, это, в принципе, продолжение предыдущего слайда, но немножко уже так более подробное. Мы должны были получать, что, когда и как ремонтировалось, то есть историю должны были знать всего оборудования. А оборудование у нас очень разное, как вы уже поняли, и по возрасту, и по типу. Оно у нас делится на основное, не основное. Это тоже для нас очень важно, но это специфика нашей отрасли. Тоже очень важный журнал дефектов, который мы внедрили одним из первых. И причем мы его внедрили еще без тиража на всех станциях. На все станции. Сколько стоит устранение? Если раньше нам надо было какие-то данные собрать, у нас или инженер по ремонту бежал в цех, листал все журналы, там выискивал эти дефекты, то мы все-таки доказали, что в электронном виде это интереснее делать и намного быстрее. Перспективные планы ремонтов нас также интересуют, сколько это будет стоить. Это так же, как всем интересно. Простое оборудование у нас очень, это не просто деньги, которые, допустим, некоторые отрасли они не сделали, не выпустили продукцию, это упущенная выгода, то у нас нас еще и штрафуют очень сильно. Поэтому для нас это очень-очень актуально. Тем более не плановая установка основного оборудования. Ну и сколько было потрачено время на сам ремонт, на техобслуживание и т.д. Так, первый слайд, что мы сделали, я начала с непланового тора, поскольку все-таки это у нас дефекты. И что у нас содержится? Почему еще хочу акцентировать на это внимание? Я видела решение журнала дефектов тоже на базе SAP, но в другой энергокомпании. У них журнал дефектов, ну я бы сказала, мертвый. Он просто ведется, и если надо вытащить какую-то информацию, нужно было залазить в другие модули. У нас идет полная цепочка от возникновения, обнаружения дефекта внесения в систему и дальнейшее его устранение. Сообщение о неисправности, как видите, содержит непосредственно само оборудование, где обнаружен дефект, даты и время обнаружения, код неисправности, тоже это у нас несколько справочников. Также можно подробно описать, что там было, ну и причина неисправности. Мы старались максимально подгонять под те наши отраслевую документацию, которая у нас ведется, чтобы мы могли впоследствии уйти от бумажного журнала дефектов. Мы это сделали. Вот так вот выглядит журнал дефектов. Он так немножко скрыт. Здесь просто перечень. Для тех, кто с SAP не знаком, это, конечно, сложновато воспринимается. Я понимаю прекрасно, потому что наш топ-менеджмент тоже
Он пытается в нем работать, но мы им сделали отдельные транзакции, где не нужно больше лишних шагов делать. Вот. А чисто для ремонтников, вот, даже вот из этого журнала можно взять очень много полезной информации. Поскольку, ну, я работала раньше в цехе, инженером по ремонту в том числе, и я знаю, что это такое. Поэтому, когда провожу обучение инженеров, там, начальников цехов, ОППР, говорю, вы посмотрите сами, что у вас, что с вашим оборудованием. Я им показываю на волшебную кнопку, и вот простейшую диаграмму, посмотрите, что у вас, сколько свечей, сколько там разрывов, течи, все угодно, все что угодно. Им нравится. Я об этом потом попозже еще скажу. После обнаружения дефекта, я не знаю, как у вас, а у нас начальник цеха, либо его зам должен отписать, кто будет устранять, какие сроки. То же самое сделано и здесь. Вот в самом дефекте у нас есть строчка «Устранить до» и «Кому устранить». Это все попадает в журнал, и начальник цеха уже смотрит в этом журнале новые дефекты, какие появились с окончания последней смены, какие у нас открыты, какие в работе, на что обратить внимание. Заказ ТОРа. Всем известен, что это такое. Заказ ТОРа – это, скажем, документ, который разрешает нам выполнять ремонтные мероприятия, в том числе и получение материала со склада, потому что с 2011 года ни один материал ремонтники не могут получить без заказа ТОРа. Это им очень не нравилось, кладовщикам, потому что были там то возвраты, то еще что-то. Не могли они 10 метров трубы так вот точно отрезать. Но, тем не менее. Итак, здесь у нас есть наименование оборудования, которое мы ремонтируем. Материалы на другой вкладке. Ну, это я ее не распечатала, к сожалению. Вот, даты плановые, когда необходимо устранить. Также у нас тут вид заказа, вид ремонтных работ. Это может быть как плановый, неплановый, аварийный ремонт. Это все у нас признаки прописаны, это все справочники. Это все нужно, конечно, заполнять, но это мы потом видим, за то, для чего это делалось. Вот сообщение, привязка к дефекту, если это из дефекта создано. На вкладке операции мы прописываем как раз вот те техкарты, перечень операций, что нам необходимо сделать. На вкладке «Компоненты», соответственно, материалы, которые нам необходимы для устранения неисправности. Ну и дальше, там тоже много-много вкладок, это многим не нравится. Плюс у заказа ТОРа есть статусы согласования, потому что мы понимаем, что инженер создал заказ ТОРа, и он не может получить сразу материал на складе, потому что нужно, во-первых, согласовать с начальником цеха, чтобы он согласовал именно перечень работ, материалы, нужны, не нужны. Плюс ОППР, могут ли они вообще оборудование сейчас это пустить в ремонт? Потому что тут уже было сказано, что некоторое оборудование мы не можем вот так остановить, и мы должны его тянуть. И вот этот заказ ТОР является основным документом уже. Из него мы и в бухгалтерию, и в финансы, и в HR отсюда уходит информация. Тут точно так же все подтверждается. Если человека часы, если это хозспособ, если подряд, то подряд. Также в заказе ТОР у нас отображается, мы подвязываем номер договора с контрагентом, и мы можем отчет вытащить, сколько у нас уже оплачено по договору, какие мероприятия были проделаны. Я думаю, этого достаточно сейчас. Плюс из этого заказа ТОРа мы можем выдать на печать наряд допуск, то есть наряд на безопасное производство работ. Наряд у нас все соответствуют правилам, общие наряды на ремонт тепломеханического оборудования, на ремонт электротехнического оборудования. Но мы реализовали
Или пять самых основных, плюс у нас еще на огневые работы есть. Но это все, это самые часто используемые. А которые редко используются, они, мы им разрешаем в Word печатать. Мы доработали наряд с ссылкой на заказ Тора. Тут видно, какая станция, что у нас сделано. Вот эти мероприятия могут также у нас сохраняться. В техническом месте я чуть попозже скажу. Вот. Здесь мы подтягиваем, кстати, в наряде, как раз вот если это хозспособ, то табельные номера тех, кто будет устранять дефект, если это наш персонал. Подтверждение происходит, ну, тоже в саповской таком интерфейсе, через отдельную транзакцию по каждой операции. Тут уже мы ставим фактические сроки выполнения работ. То есть не то, что мы планировали 2 дня, сделали 3, значит 3. Если планировали 4, сделали за 1, ставим 1. Все это мы запустили. У нас есть, мы сделали дополнительные отчеты. Это экономические потери от ремонтов, отчеты по состоянию оборудования, ну и затраты на проведение ремонтных работ по нашим отраслевым формам. Пилотный проект был внедрен. Дальше мы его доработали, но на тот момент у нас не было планирования. Сейчас оно у нас есть. Когда мы уже тиражировали на все станции, вот на этом слайде как раз показано, сколько технических мест у нас было закодировано при тиражировании. Там на один блок сколько? 10 тысяч на один блок. Это у него гидро. Но если газотурбина, у нас получалось это 6-7 тысяч на один блок. Но у нас не все блочные станции. У нас есть блочная, у нас только Нягань. Тюменская вторая. На Тюменской первой у нас только 2 парогазовых. На ТЭЦ 3 блочные, остальные все у нас поперечными связями, то есть там уже варьируется количество. Все, абсолютно. Тепломеханика, электротехническая, гиповская, сушная, РЗА, все-все-все вместе. Ну и тепловые сети тоже у нас участвовали в тиражировании. Вся информация у нас сейчас содержится в ТОРе, и все отчеты у нас идут через ТОРа. Бухгалтерии, экономистам туда лазить не надо, мы для них настроили отчеты, они берут сами. Нас больше не трогают. Далее, мы разработали графики с выводом на печать в зависимости от оборудования. Это для нас тоже очень важно. Как я сказала, у нас есть основное оборудование, к ним особые требования, и мы должны согласовывать с внешними органами по их форме. Поэтому были реализованы для них отдельные формы. Когда я готовила презентацию, тут они по отдельности всплывали, но вот здесь не все вместе сейчас. Также у нас для общестанционного оборудования простой график. Для РЗА отдельно. И тут у меня еще, по-моему, план диагностики есть. Потому что диагностика у нас тоже. Все, что говорили до меня, все это мы используем. Не устройство, а мы это все делаем. Что еще у нас было доработано? Мы разделили заказы ТОРа по работам, то есть плановые, неплановые, на эксплуатацию, инвестиционные, чтобы мы могли собирать отчеты. Также блоку мы доработали подразделы расследования аварий и инцидентов и выполнения предписаний надзорных органов. Тут про технические места я немножко не сказала. Вот аварии и инциденты, они тоже у нас цепляются на тех места, и мы можем проследить все, что у нас было на оборудовании. Также у нас организована поддержка, это группа НСИ, занимается изменением технических мест, в том числе создание новых, загрузка техкарт, изменение справочников ТОРа.
справочников ТОР у нас очень, ну, не очень много, но достаточно. Это и виды дефектов, и причины дефектов, и виды ремонтов. Это все у нас поддерживает группа НСИ. И также у нас реализован пилотный проект «Мобильная ТОРа». Я не стала его сильно расписывать, потому что мы его только в этом году обкатываем. Есть замечания и есть к чему стремиться. Потому что не все меня устроило в этом проекте, к сожалению. Но будем исправлять. У нас сейчас мобильный ТОР – это создание обхода, фиксация обходов, создание сообщений неисправности и внесение данных по точкам измерения. То есть это та же вибрация, температура. И они у нас тут, каждое техническое место, каждому техническому месту подвязаны именно те точки измерения, которые могут вноситься. Но в основном у нас, конечно, все данные уже автоматически в Дельту 8 складываются. У нас реализован еще один проект, но он не мой. Он параллельно с ТОРа идет. У нас вывод на печать, на экран в режиме реального времени идет все параметры работающего оборудования. Коллеги, вопросы есть? Можно? Мне уже просто микрофон дают. Ну, любой инвестиционный проект проходит постинвестиционную фазу, на которую надо доказать предварительно заявленные показатели эффективности. Наверняка проект был дорогой. Я не буду спрашивать про конкретные цифры. Вы можете сказать, была ли такая работа проведена и через сколько проект окупится? Или такую задачу вам руководство не ставит? Это задача инвест-департамента. Я представляю технический департамент. В зону моей ответственности входит. Я должна принять технические места в САПе и отслеживать их дальнейшую судьбу. Ну, они в любом случае у вас будут спрашивать, какой эффект получен? Нет, эффект будет не с меня спрашивать. То есть такая работа будет, но вы еще не выполнены? Или вы даже не знаете, будет ли она? Я знаю, что строится, и знаю, что скоро ко мне моя база данных пополнится. Все. До прихода финнов или после решения? Насчет чего? Внедрение в САП. САП – это нам досталось наследство от РАО ЕС. Многие энергокомпании на САПе. То есть за такую задачу вам, вероятнее всего, не будут ставить, потому что это наследство? То есть не вы инициатор проекта и не вам? Проекта какого? Подождите. Внесение САПа. Внедрение САПа? Нет, конечно, не я. Это было все до меня еще. Понятно. Я еще тогда инженером работала, когда первый раз кодировали оборудование. Кстати, у вас оборудование по ККС еще, да? Да. То есть, как бы энергетики, я хочу вам помочь коллеге, что им проще, у них есть справочник ККС. ККС – это кодированное наименование оборудования, систем. Задача только правильно выбрать код из классификатора. Совершенно верно. Я даже немножко отступлю. У нас бухгалтерия сейчас владеет таким справочником. Когда у нас новое оборудование приходит, и чтобы его поставить на основные средства, там тоже идет ссылка на ККС. Они запрашивают, какой присвоить ККС-код, чтобы в дальнейшем проще было присваивать номер основного средства. Вот тут валятся вопросы. Сколько человек будет в группе НСИ? То есть те, которые занимаются техкартами сейчас? Извините. Но в группе НСИ конкретно по ТОРа один человек. Но у нас есть поддержка в IT-департаменте ТОРовик. Ну и я, сколько могу. Ну, понятно. Каким образом классифицируется оборудование ВДО? То, что... Вопрос. Во время формирования базы данных оборудования. Но я, по сути, ответил, есть классификатор ККС. ККС-код. ККС-код – это немецкий классификатор, который имеет в своем составе все оборудование, которое применяется в аналитике. Акты КС-2, да, формируются прямо из ТОРа на основании заказа закрытого подтвержденного. Не то, что мы напланировали, а именно из подтвержденных данных. Требование накладная автоматически. М-11, по-моему, называется. Раньше вообще была очень интересная ситуация. У нас инженеры не знали, какое оборудование, спрашивали у кладовщиков. Ой, материалы не запрашивали у кладовщиков. Те писали вот такие кипы бумаг, что какие материалы нужны. Но мы разрулили эту ситуацию, потому что
Очень подозрительно, когда кладовщики не за... в курсе всего-всего-всего. Можете подробнее рассказать, как это выглядит? Мы выстроили бизнес-процесс, запросили, что они делают, в каком порядке. Оказалось, все намного проще. Плановик Тора, инженер, говорит, мне нужен подшипник 306. Все. Мне нужна задвижка такая-то, там, ну что там еще, там труба, электроды. Кладовщик это все расписывает с номенклатурными номерами. Проблема-то была в чем? То, что у нас материалы номенклатурные, завязаны на номенклатурных номерах. И это им очень сложно было вытаскивать. Но теперь им придется это делать. Сейчас указывают. Сейчас только через номенклатуру. И заявка сформируется только если есть номенклатурный номер. Там он по классному, еще почему. Но это не моя. Это задача МММ, закупщиков. Мы им только, если оборудование какое-то пришло, мы не находим справочники, мы делаем заявку, и они нам создают новый номенклатурный номер. Кстати, сейчас очень много новых появилось номеров, потому что у нас три блока строятся, и плюс нягонь была. Что-то еще? Ну, был вопрос по дефектам, то есть, как у меня есть внеплановая работа, как вы заявку? Я не успеваю считать. Ну, у нас, видите, люди активные. Писание со склада выполняется за заказ Тора, ну, если это заказ. Тора. Да, и причем фактическое, потому что при подтверждении должны подтвердить именно использованное количество материала, а не то, что запланировано. Требование накладная формируется автоматически. Если что-то есть уже на складе, ну, у нас есть запас. Ну, там люди в интернете спрашивают, сколько людей, по сути, занимаются справочником МТР, да? Сколько людей занимаются поддержкой справочника. Ну, видимо, вы не знаете, да? Это закупки. Понятно. А можно еще один вопрос? Вы говорили про 10 метров трубы и могли отрезать. Ну, трубой можно все-таки отрезать, чудо, когда речь идет о смазках, маслах, которые, ну, из бочки постоянно. Да, это у нас материалы, которые очень сложно учитываются, которые на ремонт идут по 5 грамм, там ветошь по 3 грамма. Они у нас одним заказом Тора, и потом просто расписываются, делятся. То есть предварительно, там, на час месяца? Ну, есть. То есть, а не придете к тому, что заказ будет писаться только для того, чтобы получить материал? И вообще они сейчас... Вся ответственность на начальнике цеха, есть, на техническом директоре станции. То есть вы внедрили программу в Инстаграм, да? Сейчас... Сколько, вот я почему спросил первый раз, сколько заказов пишется? Но сейчас может пишется 10 заказов. Должны подтвердить. Вы не думаете, что это так просто? Ну вот я и спрашиваю. Но, к сожалению, в следующий раз я вам достану данные, сколько на заказов Тора, сколько дефектов. Тут вот еще было про эксплуатационные заказы Тора. Мы еще запустили плановые, неплановые и отдельно на эксплуатацию, потому что эксплуатация как-то у нас осталась в стороне, но тем не менее это затраты на оборудование, мы должны учитывать абсолютно все. Ну, у нас интернет, по-моему, перестал работать, стали задать вопросы. То есть какое количество материалов на модель оборудования в заказе Тора приблизительно? Это что? Да. Нет, подожди. Ну, на модель насоса оборудования сколько в среднем на там, капитальный ремонт, например, материалов? Ну, есть такая ведомость. Сертификация у нас есть. Там нормы, да, по нормам. Понятно. У нас, кстати, техкарты сделаны только на то оборудование, которое мы можем осметить в базовых ценах. А то, что у нас там в ТЭРах, УЕРах, мы пока не сделали. Ну, мы какое-то время с Фортовым пересекались, как бы мы не выросли в проект, но у них есть такой документ «Базовые цены». Энергетики, документ, в котором есть и состав работы. Да. И перечень запчастей материалов, и цены на ремонт. То задача, собственно, создания базы нормативов, это переписать базовые цены. Ну, не совсем. Когда это будет смета. Все-таки ведомость, еще тут я не показала, что из заказа ТОР у нас формируется ведомость планируемых
работ, который идет у нас в закупочную документацию. Плюс, когда у нас начинается ремонт, у нас выходит, мы можем корректировать. Там у нас есть первая треть ремонта, когда мы корректируем работы, исключаемые работы. У энергетики есть там типовые, сверхтиповые работы. Да, у нас очень так все сложно. В интернете написали визюрты, то есть как бы у них есть документ, в котором описаны нормативы на ремонт. На самом деле ЦКБ энергоремонт, который поддерживался в справочнике, уже давно не существует, поэтому им уже не везет, как и все. Да, но что-то еще мы делаем. Ну, плюс новое оборудование, технологии, это все надо учитывать, конечно. Давайте поблагодарим еще раз, как бы, я с стороны.